сейчас. Есть! А! Черт! Прикрываю, девочка. Можешь забираться наверх. Слава богу. Рот! Да. Грим погиб. Они взяли его в заложники, чтобы я сдалась. Он не позволил им. Грим. Старый упрямец. Это все из-за меня. Нет, не вини себя, Лара. Отомсти им. Мы помянем старика, когда выберемся отсюда. Я хочу подобраться ближе. Ты можешь снова меня прикрыть? Подожди. Да, я прикрою всю зону до самых стен дворца. Отлично. Спасательный вертолет N-888RS принял сигнал бедствия с корабля Тринити. Говорит Конрад Рот с Endurance. Вы меня слышите? Лара, ты слышала? К нам летит спасательный вертолет. Это отличная новость, Рот. Подай сигнал, а я иду за Сэмми и остальными. Лара, может мне? Это не то, что с пилотом, Рот. Я втянула в это Сэмми и остальных и сама их вытащу. Лара, на мосту полно охранников. Здорово. Что делаем? Можно пройти под мостом, но это трудно. Так и знала, что ты это скажешь. Не волнуйся, я буду тебя прикрывать. Они у меня на мушке. Хорошо. Что там внизу происходит? Думаешь, они прикончили девку? Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Не переживай. С нами императрица Солнца. А вдруг императрица Солнца на стороне этой девки? Она столько их перебила. Что за... Я думал, что потерял тебя. Как ты? Еще бы чуть-чуть. Стой! Не двигайся! Они тебя залезят! Жди! Пошла! Стой! Подожди! Еще не время! Давай! Стой! Подожди! Подожди! Лара, все в порядке! Yeah.
Спасибо, что прикрыл. Теперь мы в расчете. Лара, берегись! Я не чувствую! Сдавайся! Получилось? Она сдохла? Не знаю, не вижу. Закрыть ее! Лара, их слишком много! Уходи оттуда! Солнца. Она не зря привела нас сюда. Я знаю, что вам нужна свобода. Я знаю, что вы мечтаете покинуть это место. Но для этого мы должны освободить нашу императрицу. Как и мы, она пленница. Если мы освободим ее, то освободим себя. Эта девушка, в ней течет кровь этой земли. Она может стать ключом. Огненный обряд откроет нам истину. Фимико, ты первая и последняя. Скажи свое слово. Ты убила нашего брата. Теперь я убью тебя. Это тебе за Владимира. Хватит! Дмитрий, Николай, ведите ее ко мне. Любое существо будет бороться, если речь идет о его жизни. Не думай, что я не понимаю тебя, девочка. Просто я борюсь намного дольше. Приготовьтесь, братья! Наша императрица будет говорить! Скажи свое слово, Фимико! Говори с нами, платье своим! Прости меня! Посмотри на меня! Посмотри, слышишь?
Скоро мы будем свободны! Отведите ее в тронный зал. Твоя борьба окончена. Я не вижу тела. Не думаю, что она выжила после такого падения. Ладно, спускаемся. Пошли. Да не дергайся ты! И молись, чтобы быстро убили. О, боже! А, нет! Это ужасно! Она его не найдет.
Перехи! Не бросай меня, Гарн! Чистивцы подожгут это дерьмо! Черт, ладно. Ненавижу эту дыру. Так, я пойду проверю, а ты побудь здесь. Спасибо, брат. Смотри, осторожно там. Расслабь, все равно проиграл. Ах, черт, только не это. Так. Совсем забыл про запах. Все тихо. Вряд ли она здесь. Может, свалим? Нет, нужно убедиться. Обыщем яму. Эй, что тут у вас? Эй, нас послал Николай. Он нам приказал. Вернее, охранники передали. Мы лично его не видели. Ему нужен один пленник, который новенький. Ладно, показывайте. Отведем его к Николаю вместе. Да, конечно. Thank you.
солнца. Твои новые слуги склоняются пред тобой. Голосом мы славим тебя. Сердцем мы почитаем тебя. Ты наше солнце. Ты наш свет. Ты обещаешь нам рассвет. Своих детей ты не забудь. Она наконец уведет нас отсюда. Значит, правда? Она существует? Да. И нас ничто не остановит. Даже не верится. Я столько ждал. Теперь все изменится, брат. Вот увидишь. Мне помогли. Грим? Да. Его больше нет. Дерьмо. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Ну что, давайте попробуем еще раз. Ну-ка, ребята. Так, внимание! Вместе! Бесполезно, Рейс. Готовы? Прыжок! Лара, здесь происходит что-то странное. Вы слышали разговоры о духе солнца? Императрица солнца, владычица Яматая. Да ты шутишь. Это, считаешь, держитесь, это Яматай? Держитесь за что-нибудь! Ну, хоть что-то.
Никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует Матиаса? Как вы? Что случилось? Они перестали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Да, Сэмми схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство – антропологическое чудо, Лара. Они чокнутые убийцы, доктор Уитман. Нам всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Я посторожу здесь. Скажешь, как там что? Полагаю, ты не совсем понимаешь. Ты избранная, Саманта. Это большая честь для тебя. Для всех нас. Кое-кто уже начал сомневаться, что мы тебя найдем. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Но это не так. Я не хочу быть избранной. Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Кровь Пимика течет в твоих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие! Ты ищешь причины там, где их нет. Когда-то я тоже сделал эту ошибку. Тогда я думал, что сюда могут дойти корабли и долететь самолеты. Я просто хочу домой! Я хочу, девочка! И много лет ждал этого дня. Я жил ради него! Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно! Мы все здесь в ловушке! Но ты, Саманта, в твоих силах освободить нас! Многие отдали свою душу за этот дар. Огонь все разгорается. А вторая девка исчезла. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи ее! Лара! Боже мой, ты здесь! Я уже решила, что схожу с ума! Все хорошо. Хорошо. Мое оружие. И как теперь отсюда выбраться? Надо уходить, пока он не вернулся. Уитмен! Уитмен! Черт, где же он? Сядьте! Беги! Тронный зал! Лара! Лара! Беги, Сэмми! Я найду другой выход! Да! Вот она!
Найдите избранную, а это моя!
это грёбаный! Она уже Идем с нами, мы тебя не обидим. Yeah!
Она вон там! Подстрели ее! Посвети мне!